Давай разберемся. Если ты облажался в четвертом дауне, то отдаешь мяч другой команде. Это называется перехват. И если 10 ярдов пройдено, начинается первый даун. Верно, первый даун. Как все сложно. Просто можно сыграть пару раз, и все поймешь. Эти здания не похожи на зеркало. Идем в центр. Оттуда будет виден почти весь лагерь. Пробел. Прыжок. Здоровый баран. Пошла! Вы прямо идолопоклонники. Так это же спорт. О, да. Смотри, вон там. Это оно? И правда похоже на зеркало. Ну, пошла. Сколько там людей? В смысле, у цикад? Тут, похоже, нужна целая команда. Думаешь, тут есть мои сверстники? Не уверен. Эй, ты чего? Может, бегуны? Побудь с конем. Пойду гляну. Да, а то он убежит. Я быстро. Похоже, кто-то пытался все наладить. Огнемет, новое оружие. Мы запитали дверь от верхнего генератора. Пользуйтесь ей пореже, а то мы останемся без горючки. Мы запитали... Нет тока. Кирпич. Коктейль молотова. Кирпич. Один. Коктейль молотова. Три. Эль-Диебло. Боеприпасы для Эль-Диебло. Один. В магазине. Пять. Аптечка. Три. Аптечка. Два.
Эль Дьябло. Боеприпасы для обрез. Патроны для обреза. 2. В магазине. 4. В резерве. Я тут подумала, я бы хотела стать астронавтом. Да ты что? Ага. Представляешь, ты там совсем один. Это было бы круто. Разве нет? Ну а ты? Кем ты хотел стать? Ну, в детстве я хотел стать певцом. Да ладно. Серьезно? Спой что-нибудь. Нет. Давай, я не буду смеяться. Ни за что. Джоэл, пожалуйста. Круто. Это обезьяны? Да, целая куча. Но! Это было круто. Не видела обезьян? Первый раз вижу обезьяну. Почему мы никого не видим? Может, они просто хорошо прячутся. Ага, может быть. Ну, пошла. Смотри, цикады. Вижу. Хорошо, первый признак цикад. Попробуем открыть ворота. Будь осторожен. Ты тоже. У вас есть добавки 55. Чтобы открыть меню модификаций, нажмите Tab. Точка. $18. $9 долбаных месяцев. И тишина. Хоть бы кто ответил. Нашел еще консервы в столовой, но все равно их мало. Были проблемы на баррикаде в восточном холле, но пока все под контролем. $31. Видел снаружи стаю тварей. Одна из них была похожа на хизер.
Или это и была Хизер? Черт. 10 февраля. Батарейки кончаются, поэтому народ слушает свое радио только один раз за ночь. Я на него уже забил. 3 месяца. О чем вообще речь? 25 февраля. Шерил вчера укурилась в ноль. Сказала, что без этого не может. Когда я выбросил ее отраву, закатила истерику. Обойдется. Нам всем нужна ясная голова. Кому-то придется идти в город за припасами. Похоже, это буду я. И долго вы продержались? Изготовление. Аптечка. Кирпич. 1. Дымовая бомба. 3. Обрез. Патроны для обреза. 3. В магазине. 3. В резерве. Долбаные споры. Бомба. 3. Обрез. Патроны для обреза. 3. В магазине. Эль Дьябло. Боеприпасы для Эль Дьябло. 1. В магазине. 6. В резерве. Дымовая бомба. Бомба. 3. Огнемет, топливо. 0. В магазине. 30. В резерве. Дымовая аптечка. 3. Огнемет, топливо. 30. В магазине. 0. В резерве. Эль Дьябло. Будет обрез. Патроны для обреза. 3. В магазине. 3. В резерве. Огнемет, топ, лук, стрелы, помповый дробовик, патроны для дробовика. 2. В магазине. 6. В резерве.
Изготовление. Аптечка. Помповый дробовик. Патроны для дробовика. Охотничья винтовка. Помповый лук. Огнемет. Огнемет. Топливо. 0. В магазине. 80. В резерве. Помповый дробовик. Патроны для дробовика. 6. В магазине. 2. В резерве. Сойдет. Вооруженные силы США прекращают поисковые работы. Лев Бенёв, полевой корреспондент. Согласно последнему докладу ВОЗ, в результате пандемии к ЦИ погибло или необратимо пострадало более 60% населения Земли. В связи с этим пресс-служба вооруженных сил США выпустила официальное заявление о прекращении всех поисковых работ. Армия продолжит патрулирование 15-километровых областей вокруг карантинных зон, но прекратит поиск пострадавших в труднодоступных районах. Генеральный прокурор Артур Манро прокомментировал это. Там зараженные, я цел. Ну, открывай ворота.
Попробуем через ворота. Отлично! Есть. Проходи. Давай. Эти щелкуны раньше были цикадами? Нет. Это вряд ли. Зараженные прямо у лаборатории? Билл так оборонялся. Может, они тоже. Да, вижу. Но! Ни охраны, ничего. Ага. Вообще-то им бы пора появиться. Идем внутрь. Ты был в университете? В университете? Ага. Не в качестве студента. Почему? Я был молод, когда родилась Сара. Ой. Ты был женат? Недолго. Что случилось? Ладно. Перебор? Перебор. Мы живых-то цикад увидим? Перевернуть, приблизить. Повернуть. Надеюсь. Движение. Эрик Грикс. 000111. Беги! Похоже, тут можно пройти. Но! Пошла! Заржавело. Нужно идти в обход. Может, перелезем? Сдвинься. Ну, пошла. Используйте мусорный бак, чтобы перебраться через ворота. У меня были другие идеи, но и так сойдет.
Забрались. Элли, давай руку. Вот так. Спасибо. Ну, что тут? Эй! Где они? Так, приступим. Помповый дробовик. Доступный мод. Ах, помповый дробовик. Метровый пистолет. Изготовление. Аптечка. Слишком. Йохо! Цикады! Лекарство само пришло. Слышите? Давай потише, пока не ясно, что происходит. Фигня какая-то. Тут только всякая медицинская хрень. Так странно. Похоже, они собрали манатки и скрылись. Может, не все. Держись рядом. Обрез, обрез. Патроны для обрез. 9-миллиметровый пистолет. Патроны для 9-миллиметровый Эль Диабло. Боеприпасы для Эль Диабло. Эль Диабло. Боеприпасы для Эль Диабло. 1. В магазине. 6. В резерве. Обрез. Патроны для обреза. 3. В магазине. 2. В резерве. Помповый дробовик. Патроны для дробовика. 6. В магазине. 2. В резерве. Прослушать. Приблизить. Опять напали зараженные. Погибли еще два охранника. Эти кретины устраивают очередное совещание на тему безопасности лаборатории. Здесь же все наше оборудование, все данные. Сотрудники уже привыкли тут жить. Лично я проведу еще один тест. Иначе от этой беспомощности и спятить недолго.
Следов нет. Это хорошо, да? Если узнаем, куда они ушли. Аптечка. 3. Обрез. Патроны для обреза. 3. В магазине. 2. В резерве. Никаких цикад. Может, в результате эксперимента они стали макаками? Будем искать, что-нибудь найдем. Уж поняли. Я мертв. Или вот-вот буду. Есть время подумать. Были годы, когда казалось, мы занимаемся полной херней. Хватит, с меня довольно. Давай. Ищите остальных, так они вернулись в больницу Девы Марии в Солт-Лейк-Сити. Там и сидят. Пытаются спасти мир. Удачи им. Ты знаешь, где это? Сам город знаю. Далеко? Ну, не близко, если верхом. Что? Цикады? Пригнись! Это что за уроды? Неважно. Мы знаем, куда идти. Сваливаем отсюда. Аптечка. 3. Коктейль Молотова. Кирпич. 1.
огнемет, топливо, 80. В магазине лук, помповый дробь, охотничья винтовка, винтовочные патроны, 2. В магазине, 4. В резерве, помповый дробовик, патроны для дробовика, 6. В магазине, 2. В резерве, Эль Диабло, боеприпасы для Эль Диабло, 1. В охотничья винтовка, винтовочные патроны, 2. В магазине, 4. В резерве. Дымовая бомба. 3. Аптечка. 3. Помповый дробовик. Эль Диабло. Боеприпасы для Эль Диабло. 1. В магазине. 6. В резерве. Эль Диабло. Обрез. Патроны для обреза. 3. В магазине. 2. В резерве. Аптечка. 3. Помповый дробовик. Эль Диабло. Боепомповый дробовик. Патроны для дробовика. 6. В магазине. 8. В резерве. В резерве. Дымовая бомба. 3. Аптечка. 3. Аптечка. 3. Господи!
Что мне делать? Уходи. Что? Уходи. Теперь тянели. Ладно. Давай, готов? Раз, два, три. Тяни! Где чертова лошадь? Никого не видно. Пошли. Джоэл, как дела? Я цел. Я цел. С окном справишься? Ага. Ладно. Господи. Двигай, двигай! Я тебя вижу. Выходи сам. Так. Оставайся здесь. Я сбоку зайду. Элли. Черт. Ты убил моих ребят, падла. Не хочешь по-хорошему? Будет по-плохому. Ах ты! Ух ты! Нужно тебя вытащить. Нормально. Нет, Джоэл, ни хрена! Пошли! Двигай! Здесь никого. Быстрее! Все отлично. Так держать. Я иду. В эту дверь. Давай, опирайся на меня. Нет. Идти можешь? Да. Тогда иди, мать твою. Вперед. Вон выход. Давай, уже близко. Эй! Эй! Джоэл! Сзади! Что? Элли! Назад, говорю! Берегитесь! О, черт! О, черт! Ах ты, сучка! Джоэл! Вставай! Клади руку на плечо. Так, пошли. Клянусь Богом, я тебя вытащу. Ты мне еще споешь. Ну да. Жди здесь. Я открою дверь. Не спеши. Давай. Вот так. Не понял. Давай. Ты иди ко мне. Так. Залезешь? Давай. Кажись, ушли. Джоэл? Джоэл? Черт! Джоэл!
Ну-ка. Вставай, вставай. Скажи, что делать. Давай. Ну, вставай ты.